Рисованные истории из жизни или попросту комиксы стали объектом внимания художников, участников фестиваля «Комиссия». Одна из экспозиций разместилась в областном доме журналистов. Здесь представлены лучшие истории с 10 лет российских авторов, а также лучшие европейские работы. Комикс – это кино на бумаге, поэтому главная задача художника, по мнению участников фестиваля, изложить мысли коротко, ясно, а главное – наглядно. Несмотря на то, что комиксы пришли к нам с Запада, в России уже появились и свои признанные мэтры жанра. И нам очень трудно конкурировать с западниками, но тем не менее русский комикс существует очень давно, существует и когда приезжают вот те же самые упомянутые западные звезды, они просто говорят там: «Вау, парни, вот у вас здесь круто, а мы не знали». Вот, мы тоже очень радуемся, говорим: «Да, мы такие». Конечно, у вас здесь много интересного, и я никогда не перестаю учиться. И те, кто только начинают рисовать, должны быть в первую очередь наблюдателями.